Зуму! Бонжур! Вас приветствует Зуму! Сегодня расскажем о чудесах! Что? Ты забыл о приложении. Каком приложении? Приложении Зуму. Для планшета. Когда вы его откроете, то попадете на остров Зуму, где живут зумеры, которые мечтают принести вам подарки. Для Муа? Да, смотри. Если вы откроете приложение во время просмотра передачи, один из зумеров покинет остров. Ой, вот он. И появится на экране. Вот здесь. Жак Кусто. А теперь он вернулся в планшет с подарком. Коснись его. Что? Ха-ха! Вот это да! Манифик! Да, видишь карточки? Они дают удивительные возможности. Потрясающе! Так что не пропустите появление зумеров во время передачи. Да, и скачайте приложение. Точно. Ух ты! А теперь вам понадобится увеличительное стекло. Сегодня речь пойдет о муравьях. Хоть они и маленькие, но дел могут натворить больших. Вот увидите. Филин Флэшу. Филин Флэшу. Ответь, Флэш. Флэш всегда готов снимать. Он фотограф-мастер. Но Варе не избежать. Уж такой характер. Один остался он в глуши. Где, понять нельзя. Но ты теряться не спеши! На помощь придут друзья! Ого! Глядите, куда забрался! Обезьяны-колобусы – классные создания. Жаль, что живут так высоко на деревьях. Ну и прыжок! Замечательно! А если подобраться поближе? Или нет? Филин Флэшу. Флэш, прием. Ой-ой. Итак, я здесь, Филин. Время вышло. Давай-ка вниз. Да ладно, все в порядке. Нет-нет-нет, это слишком опасно. Еще парочку снимков. Улыбочку. Есть. Флэш. Что там происходит? Прием! Поберегись! Флэш? Прием, Флэш! Филин Флэшу! Филин Флэшу! Флэш! О нет! Флэш пропал! Филин Флэшу! Филин Флэшу! О, где же ты? Какая связь? Спокойно, без паники. Надо позвать подмогу. Свинка, ответь! Свинка, где ты? Все нормально. Я здесь, Филин. О, как здорово. А я уже подумал, что и ты пропала. Извини, я мыла машину приключений. Что? В последнем вылете испачкалась, пришлось изобрести специальное мыло. Теперь мою. Да, это я понял. Гениально. Свинка, у нас Флэш пропал.
Не волнуйся, я его найду. Где он, я знаю. Флэш лазал по деревьям посреди Африки. Боюсь, что он упал. Болты да гайки. Я сейчас за ним слетаю. А мойка подождет. Сабинка летит на помощь! Уф! Давай, Филин, думай. Ты должен хоть как-то помочь. Сидел бы Флэш здесь, но нет, схватил свои камеры и... Вот оно! Камеры! Интересно, она в самолете? Какой я умный! Включаем ручное управление. Переводим на пульт. И теперь я управляю дроном Флэша. Так. Питанием. Есть. А вот это включает камеру. Ага, работает. Да. А это что за кнопка? Ой! Понятно. Не так-то просто. Превосходно. По-моему, я уже освоился. Попробуем поискать Флэша. Для начала спустимся. Минуточку. А это что? Земля как будто... движется? Это муравьи. Кочевые муравьи. А вот это солдат. Вот это челюсти. Этот вид муравьев один из самых опасных видов на планете. Берегись, солдат лезет на камеру. Будем держаться подальше. Где же ты, Флэш? А это что? Ну и ну. Вот его камера. И веревка. Флэш. О, нет. О, нет. Флэш! О, привет, Филин. Флэш! Знал, что ты меня найдешь. Я от страха чуть из перьев не выскочил. Почему не вышел на связь? Да, я тут немного застрял. Не могу даже двинуться. Понятно. Но не бойся, Флэш. Свинка уже летит. Филин, свинки, где ты? Привет. Приближаюсь к Африке. Превосходно. Я нашел Флэша. Он цел, но застрял. Не волнуйся. Сейчас буду на месте. Флэш, свинка уже рядом. Сиди на месте. По-другому и не получится. Все в порядке. У меня тут даже компания есть. Привет, муравей. Муравей? О, нет. Хорошенький, да? Ничего подобного! Это кочевой муравей! Да ладно тебе! Чего бояться такую кроху? Надо бояться, потому что он не один. Его друзья уже идут. Смотри, целая армия голодных ртов. Кочевые муравьи идут прямо к нему. Они съедают все, что попадется. Боже мой, боже мой, боже мой! Свинка, скорее вытащи его! Слишком густой лес! Мне не опуститься! О, нет! И что, Филин так перепугался? Ты же ничего не... Ой! Плохой муравей! Нельзя кусаться! Ой-ой-ой! Да у него тут друзья! Голодные! Поторопись, свинка! Не приземлиться!
Деревья стоят слишком плотно. Но кочевые муравьи вот-вот его настигнут. Кочевые муравьи? Они же сожрут его! Вот именно! Что же нам делать? Не волнуйся, я все исправлю. Свинка, вернись! Не хочу вам мешать, но мне тут нужна помощь! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Свинка! Ну что, грязнули? Пора искупаться! Активируй мега-душ! Что? Как вам понравится мыло? И поехали! Да! Это сразу отобьет аппетит! Да, да, да! Вперед, свинка! Что это? Фу! Всего месяц назад мылся! Сработало! Муравьи уходят! Пока, муравьишки! Ну вот, все исправлено! Это было гениально! Филин, я найду площадку и освобожу Флэша. Хорошие новости. Свинка сейчас сядет. Прекрасно. Пусть возьмет полотенце. Отлично сработано. Приветствую на борту, Флэш. Спасибо, свинка. Слушай, ты непривычно пахнешь. Знаю. Какой-то я... Чистый. Ну, поехали домой. Точно. Кузенов. Берете планшеты, потому что мы загрузим их в приложение. Ну-ка, давайте посмотрим. Ага, вы знаете, кто это? Какой милашка! Мой родственник. Живет в Африке. Знаете, кто он такой? Колобус. Точно, кузен Колобус. Ура! Спасибо за помощь. Пока. А теперь почитаем. Бррр, холодно на улице. Да, хорошо, что мы не кузнечики. Кузнечики? Да, послушай сказку. Это древнегреческая история про кузнечика и муравья. Давным-давно это было. Муравей трудился на полях, собирал еду и складывал дома, потому что пришла пора запасаться на зиму. Кузнечик тоже был занят, плясал, пел и играл с опавшими листьями. Мне это тоже нравится. Весело. Очень весело. Но кузнечик так ничего и не запас на зиму. Ой-ой-ой.
Он увидел, как муравей тащит тяжелое зернышко риса. «Уф!» — сказал муравей. «Вот бы кто-нибудь помог!» «Да брось!» — ответил кузнечик. «Пойдем лучше поиграем!» «Не время играть! Зима приближается!» «Зря волнуешься!» — сказал кузнечик. «Захочется есть, так всегда можно что-нибудь найти!» «Вот уж не думаю!» Муравей вздохнул, глядя на лентяя, покачал головой и вернулся к работе. А скоро пришли первые снегопады. Ветер дул, что есть мочи. Все завалило снегом. Муравей засел в теплом домике среди запасов еды. А кузнечик? Он дрожал от холода. Брел по сугробам, в животе урчало. Он не ел уже несколько дней, потому что все засыпало снегом. О, нет! Муравей увидел это и пожалел кузнечика. Обещаешь, что в следующий раз будешь готовиться к зиме, а не играть? Да, обещаю! Пробормотал кузнечик. Тогда заходи, погрейся и поешь, ответил муравей. У меня всего с избытком хватит на двоих. Какой хороший муравей! Да, он поделился. И после этого муравей с кузнечиком очень подружились. Каждый год кузнечик осенью помогал запастись едой на зиму. И при этом у них обоих оставалось время поплясать в опавших листьях. Конец! Классная сказка! Но после разговора про еду я и сам проголодался. А ты делал запасы на зиму? Вообще-то да. У меня печенье под подушкой. Что, правда? Шутка. Эх ты, спокойной ночи. Спокойной ночи. Печенье. Сюда, жучок. Ну давай, где ты? Ой, а это что такое? А, это же вы! Привет! Я тут охочусь на жуков. Если у вас есть наше приложение, то берите планшет и начнем действовать. Итак, давайте посмотрим. Ага! Смотрите, кто это? Муравей, у которого челюсти как ножницы. Он режет листья и уносит куски. Догадаетесь, кто он такой? Это муравей-листорез! Отлично! Можно выключать приложение. До следующей охоты на жуков! Филину понравится. Сейчас я ему пошлю. Удивительно. Этого я не знал. О, мне сообщение. Батюшки, от Флэша. Еще один фантастический файл. Интересно, о ком написал на этот раз? Вы мне не подскажете? Ну что же, послушаем. Какой странный шум.
Знаете, что это? Отлично! Вот и картинки. Так будет понятнее, да. Посмотрим. Тут много травы. Похоже на мех. Постойте, это жуки? Загадка. Отлично, загрузка завершена. Узнаем, что это. Теперь вижу. Это термиты. Батюшки, что это? Ага, язык. А, теперь понял, кого мне нашел Флэш. Муравьеда. Гигантский муравьед. Длиннющий липкий язык помогает находить вкусных термитов. Ням-ням. Гениально. Гигантский муравьед. Ну и ну. Замечательное пополнение моей базы данных. Спасибо, Флэш, и спасибо вам за помощь. Дорогой Флэш, благодарю за прекрасное пополнение коллекции. Бонжур! Как вам мои новые обои? Шикарно, да? Вы знаете, какое животное носит такой узор? Я вам покажу. Давайте откроем приложение Zoom. Вуаля! Ага! Угадали, кто это? Посмотрите на роскошную окраску! Угадали? Хамелеон. Мне нравится шкура хамелеона. Манифик. Пока. Zoom! 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 Zo